Очередная суббота, и Соколиная, конечно же, громыхает своей ярмаркой. Прекрасная погода, вкусная еда, приятные люди. Чем заняться на селе? Чем заняться? А вот хороший пример. Если вот эти люди приехали, поселились в долине и занимаются ремеслом, и по выходным сюда приезжают на ярмарку продавать то, чего наделали за неделю, ну, либо просто какое-то у них хобби, и здесь реализация своего труда происходит. А заниматься можно чем угодно. Можно хлеб печь, можно масло топить, можно делать погремушки, либо ложки деревянные. Можно заниматься этим и продавать на ярмарке, если такие есть в вашем поселении. Есть, если нет, ну, можно организовать. Вот ребята взяли, организовали, и за 3 года выросли из 10 лотков, которые я видел 2 года назад. Вот сейчас такое вот мероприятие. Представляете, это классно. Во-первых, это интересно, весело, красиво, вкусно. Это такая, по сути, фуд-ярмарка, по большей части. Но здесь интересно побывать в качестве досуга. Это происходит в Соколином, Белебекская долина, каждые выходные.